Джейсон, я Симхам. Я друг Денниса, и ты друг Денниса. Значит, мы с тобой должны быть друзьями, так? Логика странная, но ты продолжай. Ты исходил весь наш остров. Предки, небось, все глаза уже выплакали, тоскуя по своим красивым храмам. Мне нужна твоя помощь. Мы хотим восстановить храмы, но нам не хватает резных табличек, которые вешали на стены. Императорская армия украла их 60 с лишним лет назад, но остров они не покидали. Хочешь, чтобы я их нашел? Да? Попробую. Большое спасибо. What? Что, нужно прямо сейчас все эти таблички найти? Я что-то не понял. Надеюсь, семья в норме. Бляха-муха, да вы что гоните? Ё-моё. А, не, пока вот здесь вот эти три таблички нам с вами нужно отыскать. Ну ладно, давайте будем так сразу тогда отмечать их. Так, первая здесь совсем походу рядышком. Блин, подождите, только я чуть не вижу. А, вон метка. Вижу. Где-то она здесь у нас валяется. А, это, в общем-то, даже получается и неточное местоположение этой таблички. Так, дайте-ка пулемет возьму. Все-таки спокойнее с ним как-то ходить. И скорострельный, и замечательный. А, нет, смотрите-ка. Вот она, табличка. Так, первая. Еще две, значит. Я почему-то думал, что, найдя одну, мы уже каким-то образом с вами выполнили задание. Но не тут-то было. Ладно, сейчас здесь придется проехаться. А потом сюда вернемся. И достанем ту оставшуюся. Интересно, сколько нам опыта дадут. Наверное, снова получим с вами очко навыка. И как раз-таки с вами его потратим. Воу, аккуратно. Здесь ручеечок, да? Бьем этот камушек. Ну, чтобы тут врагов не... О, квадроцикл. Обратно едем на нем обязательно. Кроме того, здесь есть еще какая-то реликвия. Вот до нее нам тоже с вами нужно будет сейчас добраться. Подождите, эту табличку надо, получается, искать, да? Просто так они нам ее не отдадут. Так, если я... Да, можно. Хотел сказать, если я здесь поднимусь, то смогу туда пройти. Так, а что здесь? Почему не открыто? Может, туда что-нибудь приложить надо? Например, подорожник? Нет, не получится. Ага. Понятно. Ладно. Сейчас что-нибудь попробуем с вами сделать. Так. Усложнили они нам так конкретно эту задачу. О, тут, может быть, тут подняться можно. Сейчас давайте попробуем. Либо все-таки там что-то нужно было предпринять. Да, тут не поднимись, слишком высоковат, да и ухватиться не за что. Ха, блин. Может, что-нибудь взорвать здесь? Да не, навряд ли. Ну-ка. Нет, не получается. Так. Что, не дают нам? Нифига. Фигово. Не-не-не-не-не. Снова забираемся тогда. Да блин, что ж надо сделать? Можно взорвать к чертям. Так. Ну, странно. Вполне вероятно, что... Так, ну тут реликвия на самом деле. Там, может быть, какой-то ключ нам понадобится с вами. Для того, чтобы эту реликвию отыскать. Мы с вами сейчас ищем вовсе не реликвию. Мы с вами ищем... сами понимаете. Нам нужно отыскать... Так! Нам нужно отыскать эту гребаную резную табличку. Сейчас тогда внимательно посмотрим здесь еще. На этой территории. Вот где-то она тут и валяется. И если все-таки ее сейчас найдем здесь, то, в принципе, на этом можно и остановиться. Блин. Где эта табличка тогда? То, что тут ее пока нет. Тут пока гребаные цветочки. Тут тоже. Ни черта. Мы с вами не найдем. Так, попробуем сейчас, может быть, за какие-то коренья схватиться. Нет. Кореньев нет никаких. Так. Тут тоже не получится никак залезть туда. Ну, блин, определенно надо что-то сделать с той дверью, с тем входом. Блин, дайте я попробую все-таки его взорвать.
Уж не обессудьте. Так. Отлично. Взрыв. О, да. Смотрите-ка. Оказывается, как все просто оказалось. А, так бы бодались бы здесь еще дофигища времени. Так, вот, собственно, табличка одна. А-а, нужно еще, значит, туда перелезть. Нифига себе. Но после того, как заберем, наверное, реликвию. Так, что тут у нас чувак это делает? Во-первых, у него есть деньги. Ну, не очень много. Так, а тут что у нас? Вот она, реликвия. Где-то она тут под кустом была. Замечательно. Только другой момент, как теперь мы с вами будем забирать табличку. Наверное, вот здесь надо спрыгнуть. Сейчас попробую. Воу, воу, отличненько. И вот забираем очередной предмет. Не так уж и легко было, честно говоря, найти это все дело. Так. Все, поехали теперь на квадрике. Оу, да. Тоже нужно, пожалуй, меточку поставить. Это нам с вами серьезно облегчит задачу по нахождению очередного предмета. Полетели. Нифига себе, прям в воздухе зависли. Так-с. Ну, на квадрике. Бумс. На квадрике, я думаю, что можно и проехать. Ничего страшного не произойдет. Так. Неужели туда внутрь надо входить? В эту постройку, в этот храм в холме. Да, смотрите, придется. Но, слава богу, у нас есть фонарик. Так, еще деньги. Хм. Как бы тут ловушек еще каких не было. Вот. У нас реликвия очередная. Блин, сколько тут этих контейнеров, гляньте-ка. Фотография карлика уйдет за 1000 баксов, наверное. Так, тут еще ящичек. Ну, реликвия, это, конечно, хорошо. Но где... Где табличка? Где-то внизу. То есть еще ниже, да? Получается, нам с вами нужно нырнуть. Ладно, поплыли побыстрее, пожалуй. Так, это что такое? Еще одна реликвия. Давайте быстрее. Сейчас дайте-ка обратно. Да-да-да, вздыхает. Сейчас наберем, отдышимся, наберем воздуха и поплывем. Так, поплыли. Где эта гребаная утерянная табличка? Где ты? Пока нифига не вижу. Блин, ну значит где-то, по идее, здесь должна быть. Сейчас на метку глянем. На метку пропала. Самое интересное. Так, ладно. На всякий случай, на всякий пожарный. Это не там. А, вот он, табличка. Ух ты. Как-то ее сложно было, честно говоря, разглядеть с первого раза. Ну... Давайте теперь Симхэму мы с вами отнесем все, что мы с вами собрали. Он нас отблагодарит. И мы будем все довольны. Отправимся, наконец, уже к этому храму Цитры. Так, аккуратно. Все. Приехали. Забирай. Джейсон, спасибо. Друг, спасибо, спасибо, спасибо. Эти таблички — наше наследие. Через них предки говорят с нами, а мы чтим их, слушая речи. Ты оказал нам большую услугу. Возьми это. Ты заслужил. На кого он смотрит? Спасибо. Смотрим, 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 что он даст. 500 баксов. Ну, 500 опыт давайте еще. Мы очистим тут все от пиратов. Цитра обещала. Только деньги с вами получили пока что. Ну ладно, это тоже. Но тоже будет пока на данный момент достаточно. И то, что я жалуюсь, задания-то были не такие уж и сложные. А, лобное место. Тоже интересная локация, я думаю. Интересно, что там такое. Ну, пока мы с вами к вратам храм, потому что Дэнни сказал, что будет ждать нас именно там. Так что поехали. Так, ну где здесь нужно съехать? Все понятно. Он дальше еще будет проехать. Определенно въезд какой-то должен быть, если это врата. Значит, и подъезд имеется.
Так, а вот и дорожка, которую мы с вами искали. Где тут теннис должен... Блях. Ну надо же в самый ответственный момент впороться в эту колонну. Так, что, приехал? Да, вроде бы. Отлично. Главное, чтобы наш транспорт с вами никуда не пропал после того, как мы здесь с вами побываем. Там, кстати говоря, была информация по храму Цитра. Ну ладно, посмотрим после катсцены. Джейсон, стой спокойно, чтобы видели. Терпение. Теннис! Кто рядом с тобой? Молодой воин! Я хочу представить его Цитре! Входите! Со мной! Сюда! Не отставай! Ну, постараюсь. Я присядочку, пожалуй, пойду, потому что если идти, то тут очень быстро получается, я бегу даже. А мы ползем. Ну ладно, нет. Будем с вами потихонечку идти и к тому же будем собирать содержимое вот этих контейнеров, которые здесь также разбросаны. Так, привет, ребяточки, хлопчики. Привет, привет. Почти с вами дошли. Глазками хлопает, блин. Почти на месте. Ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Верханти! Покажи свою руку. Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Хай! Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет, во Франции. Санапанка Бауа. Храбр, если смеешься в лицо смерти. Искусно. Я отдам их тебе. Когда срежу! Я думала, ты любишь шутки. Мало кто из посторонних видел этот храб. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. И это все. Я не поведу в бой свое войско ради тебя. Ты агнец. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. У него мой брат. Я готов на все, чтобы вернуть его. Дариканса Херба. Принеси мне то, что потеряно. И мы поговорим. Ну, я думал, она скажет ему: дунь в рожок. Ух ты. Да. Цитра заметила твой пыл. Принеси то, что потеряно. Что она имела в виду? Выпей, и ответ придет сам собой. А это не опасно? Тебе говорит страх. Тебе же нужны силы, чтобы спасти друзей. Да. Тогда пей. Мы слишком часто сдерживаем себя. Представь, как можно быстро достичь успеха, если делать то, что желаешь. О, черт! 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 Кит? Райли?
What the fuck? Опять упороли парня. Вы гляньте-ка. Где я? Стой! Блин, не исчез этот чувак в белом костюме. Бежать, бежать, друзья, к сожалению, нельзя. Моментально вырастают деревья. Распускаются листья, растут пальмы. Вырастают. Из-под земли прям. О, да. Мы несем жизнь на эти земли. Что? Прикольно. Ну, определенно, нам в этот дымок нужно с вами зайти сейчас. Страшновастенько, конечно. Но заходим. Блин, теперь под водой. Да что у вас всех тут? Что вы творите с пацаном? Так, бежать опять же нельзя. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. Ты чего такой неласковый, а? Что за жесть? Какой-то вещий сон. Знаете, как будто он видит то, что происходило в действительности. Хочешь работать на меня? Выполняй мои правила. Картежник. Ну все, по-моему, на этом порция галлюцинаций заканчивается. И мы с вами у какого-то очередного храма, только под водой все это дело, все это действо происходит. И что-то тут лежит у нас. Да, может быть, как раз то, что нужно... Цитре. О, да. Некий кинжал. Нашего брата Райли. А потом я пошел за человеком в белом костюме. Я видел трущобы и бар. Было темно и грязно и опасно. И старинный нож? Да, старинный нож с украшенным лезвием. Откуда ты знаешь? Ты говорил во сне. На востоке, на территории пиратов, есть трущобы. Ладно, значит, не туда. Трущобы большие. Как будешь искать нож? Просто. Начну с человека в белом. Да это, небось, какой-нибудь церемониальный нож. Только зачем он Цитре? Так, туда дальше мы с вами пройти не сможем, но давайте на всякий случай посмотрим. Очков навыков у вас 7. 7 очков. Ну что ж, давайте попробуем распределить. Итак, по акуле. Пока все закрыто. Бронированный. Получайте на 50% меньше повреждений от взрывчатки. Ну, давайте, что нет. Так, полно у нас заработанных очков. Так, здесь опытный пловец. Нет, это меня не интересует. Перезарядка на бегу тоже, пожалуй, не интересует. Цапля. А, убийство ударом сверху. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть сверху на врага и убить его. 5 опыта за убийство. Учим сейчас этот навык. Да. Ну, это, в общем, когда только появится подсказка. Мы с вами можем такой прыжочек совершить. Вы это видели сейчас на видео. Стрельба на вскидку. Будете точнее стрелять на вскидку из пистолетов, пулеметов и дробовиков. Оу, oh, е. Yeah.
Так, и фармацевт. Изготовленные снадобья будут действовать на 25% дольше. Здесь у нас твердая рука. Нажмите левый shift, чтобы перекрестие прицела стало неподвижным. В два раза дольше при стрельбе из оружия с оптическим прицелом. Ну, для снайперской винтовки неплохо. Два очка у нас остается. И глядя-ка пока, эти два очка, я так понимаю, тратить некуда. Ну, тогда с вами знаем все как есть. Давайте посмотрим нашу татуировку. Ну, потихонечку, смотрите, она у нас развивается. И вот как... Ну, пока плохо видно, но будет здоровенный. Тут я бы еще несколько элементов добавил. Например, какие-нибудь купола. Было бы занятно. Так, ну что ж, и там буквально 5 очков опыта у нас остается до следующего уровня. Так, прожгли. Круто. Так, ну что, золотой? Привет. Не дашь пройти, да? Точно? А если выйду? Ну нет, здесь я не выйду. Ладненько. Давайте тогда выбираться по целеуказателю. Так. Привет. Упс. Да все спокойно, мужики. Что-то напряглись там. Ну и квадрик, конечно же, мой угнали. А, не, смотрите, стоит. Что это просто великолепно. Блин, закрыли они за мной эти двери. Итак, изнанка города. Нам нужно будет осмотреть с вами Бэттаун. Перед тем, как мы отправимся туда, мы, пожалуй, с вами посмотрим, во-первых, где этот Бэттаун находится. Ёшкин ты